Владивосток, 21 июня 2023 года. Наверх. Шилкинская, 12. Здесь такой адрес. Так. Ну вот там наверху стоянка. Она огорожена. Там гаражи. Блин. Посмотреть. Может, через лесок пройти на ту сопку. Если там не огорожено. Отсюда уже открываются виды. Так, здесь какая-то площадка.
Там внизу проспект Красоты, ну и фуникулер в ту сторону. А здесь вот еще сохранились частные дома. Ну, в разном состоянии. Там вон за деревом вообще коттедж стоит. Наверху там коттеджи стоят. Мост на Русский остров там. Чуть левее сопка Бурачка. Внизу там виден стадион Авангард. Нагорный парк здесь. Здесь стройка идет, скалу крошат. Ну, дорога вниз на Авангард туда пошла. За деревьями не видно. Здесь стройка идет, скалу крошат. Дорога на Авангард вниз. Стадион Авангард. Сопка Бурачка. Там вон наверху коттеджи, к ним тоже можно подойти. Ага. Давай, здесь есть дорога какая-то. Посмотрим, что там. Здесь.
вниз на проспект Красоты. Угу. И вот такие виды открываются с этой точки. Похоже, там тупик дальше. Домик стоит. И вроде бы там тупик. Колодец такой интересный. Так. Здесь гаражи. Есть какая-то дорога. Так, и эта дорога ведет наверх куда-то. Так, одна дорога вниз, а одна наверх. Вот там наверху тоже гаражи какие-то. Thank you.
Там за домом Нагорный парк, видовая площадка. И идет там стройка, третья очередь. Ага. Вон там внизу кольцо третий рабочий. Вот сопка Шошина. Здесь гаражи в обе стороны. Можно ли как-то подняться наверх туда? Непонятно. Мужик в гаражах подсказал дорогу. Говорит, нужно дойти до конца гаражей, там есть тропинка. Ух ты! Ух ты, какие тут виды открываются. Озеро Чан видно. Ух.
Озеро Чан. Гаражи закончились, есть дорога вниз, там виден Золотой мост, есть дорога наверх. Здесь опять гаражи. Здесь забор сетчатый. Так. Ага. Вон он, Золотой мост. А здесь, ну, какая-то организация, наверное, которая обслуживает эту антенну. Лестница разрушенная, там калитка. И здесь дорога. Куда-то ведет. Посмотрим. Красота. Сетчатый забор ограждает вот эти все антенны. Так, это походу все. Здесь походу тупик, да? Там ворота, здесь ворота. И никак не пройти. Никак не пройти дальше. Ха-ха-ха.
Виды, конечно, открываются хорошие. Вот люди с Владимира приехали, тоже хотели посмотреть, ищут дорогу. Но здесь все в заборах. К сожалению. Посмотреть, приткнуться. К сожалению. Там вон лестница. Там калитка. Дождик пошел. Так, может, здесь как-нибудь повыше можно забраться. Там тропинка наверх. Тропинка есть! Да, можно рискнуть посмотреть.